находимся на окраине Донецка, Петровском. Отсюда танки Республиканской гвардии идут в атаку на позиции украинских военных. Сейчас бойцы пятнашки зачищают госпиталь при поддержке танков. Вот сейчас удалось достигнуть взаимодействия. Майор интернациональной бригады пятнашки лично здесь танкистам дает указания, их там встречают бойцы и уже непосредственно наводят на цели, чтобы исключить возможности обстрела своих же. Ну и казус такой. Сидим здесь, через нашу голову летят снаряды от украинской стороны к украинской стороне. То есть ребята сами себя долбят, потом будут кричать, что российский спецназ их очень грамотно обкладывает минами, уничтожает. На самом деле они помогают республиканской гвардии долбить самих себя. Красногоровки прошли, ну я не знаю, записал микрофон или нет, звук градов, ударили в сторону гражданских кварталов Донецка. Потом надо будет съездить, поснимать разрушения, ну и соответственно сделать сюжет о том, как украинская сторона градами обстреливает кварталы Донецка. Вот еще раз, мы находимся в Петровке. Снаряды прошли над нами в сторону Донецка. Надеюсь, что гражданские не пострадали. Семнадцать часов семнадцать минут. Должно было быть перемирие. Так мы с тобой на карете не... 17 минут назад должно было начаться перемирие, но вот оно, звуковое сопровождение перемирия.